Сегодня мы увидели очень обидное поражение вашей команды. Было ли в этом матче что-то положительное? И есть ли какая-то информация по Зюле и Горецке, которые получили травмы в первом тайме? Что касается Зюли и Горецки, то точные диагнозы мы узнаем только сегодня ночью. Точной информации нет, но похоже на проблемы с мышцами. Так что, вероятнее всего, на следующей неделе эти футболисты нам не помогут. Ну а что касается сегодняшнего матча, то Парис Сен-Жермен очень хорошо начали этот поединок. Но в итоге нам удалось выровнять ситуацию и даже доминировать во многих отрезках. Сегодня мы пробили поворотом 31 раз. Нам не везло с реализацией. Нашим соперникам удалось более эффективно использовать те моменты, которые они создали. Тем не менее, это один из двух матчей. У нас еще есть шансы. И мы должны все исправить. Я уже разговаривал с ребятами. И сказал им, что еще ничего не потеряно. В сегодняшнем матче у нас были положительные моменты. Мы не собираемся сдаваться. Мы хотим пройти в полуфинал. И сделаем все возможное в ответ на матче. Если посмотреть на состав вашей команды, то доступных игроков становится все меньше. Насколько большой проблемой это может стать для вас на следующей неделе? Также сегодня не играл из-за травмы Роберт Левандовский. Учитывая сегодняшнюю реализацию вашей команды, эта потеря оказалась критичной. Скажите, есть ли шанс, что на следующей неделе мы увидим Роберта? Да, Роберт получил травму. И травма футболиста такого уровня не может остаться незамеченной для команды. Его отсутствие на нас повлияло. Но это та проблема, с которой мы должны справиться. Сегодня мы создали достаточно моментов, чтобы забить 3-4, а может быть 5 или 6 голов. Но сегодня нам не удалось этого сделать. Сейчас мы должны готовиться к следующему матчу. Сначала встреча в субботу и затем ответный матч в Париже. Сегодня, если это можно так назвать, Мануэль Нойер допустил ошибку. Он поскользнулся в моменте с голом. Расскажите, будет ли этот момент прорабатываться лично вами с Мануэлем, чтобы эта ошибка не повлияла на него в следующих матчах? Или это что-то, с чем он должен справиться сам? Я так понял, речь о первом голе. Да. Да, хорошо. Дело в том, что в том моменте БП, кажется, пробил идеально. К тому же поле было скользким. И в такой ситуации может произойти всякое. В том моменте Нойер занимал правильную позицию. Он контролировал ситуацию. В других условиях это, как вы сказали, ошибка, не произошла бы. Я не должен его дополнительно поощрять. Он голкипер мирового класса. И он сам понимает, что это не его вина. В целом, что касается этого гола, то мне кажется, мы должны пресекать подобные моменты еще до удара. Также мне хочется отметить, что Мануэль Нойер – это важный игрок нашей команды. Это вратарь мирового класса, но он не может отражать все 100% ударов, тем более с близкой дистанции. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.